У нас сегодня деньги на фестивале. Волшебный фонарь. Это, наверное, группа какая-то людей, которые создали ее, которые вот сказали, некоторые люди снимали вот кино из пластилина. Там давайте соберем это в группу и завтра сделаем это. А еще будет спектакль кукольный. Ну, давайте. И там всякое по ВКонтакте там делали, все переписывались. И, короче, пришли к выводу, что сегодня сделаем. Всем страшно, страшно, страшно. Спасение никому не найти. Там такие звуки были, как будто злодей из мультика, прям как сам к нам пришел. Страшилище, которое шестиглазое было. Если ты будешь злым, ты вообще даже друга себе не найдешь. Про кошку супергероя, как она спасает весь мир. Там бы дальше думал, как это провернуть. И сделал бы так. Лига суперкошек! В одном городе жили три сестренки. Ля-ля-ля-ля. Привет! Ой, какая тяжелая! Розочка, кристаллик, конфеточка. В их городе всегда поют птички и всегда светит солнце ярко. Когда было написано для там, детей с ограниченными возможностями, я сказал, ошибка, с неограниченными возможностями. И этого мы придерживаемся и будем придерживаться.